Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы поговорить о воспитании. И прежде чем родятся у людей здоровые дети, сами родители должны стать здоровыми. И они должны знать о том, что причинно-следственная связь есть во всем. И когда дети вырастают непослушными, когда дети вырастают озлобленными, в противостоянии с родителями, это уже свершившийся факт, и здесь только Бог может что-то исправить. Уже люди не в состоянии. И Бог прикасается к людям, к их сердцам, к разуму, к душам, и Он пытается изменить каждого человека в лучшую сторону. И пятая заповедь, она гласит: «Почитай отца своего и мать свою, чтобы продлились жизни твои на земле». И не случайно эта заповедь стоит перед «не убей», «не кради», и об этом тоже нужно знать. Что же важно в воспитании детей, я бы выделил 11 моментов. Именно 11 моментов, и мы будем коротко рассуждать о них. Это прежде всего родители поженились, любя друг друга, или у них были какие-то материальные или другие, может быть, вопросы, которые они решали. Может быть, женщина решила выйти замуж без любви, потому что она уже в определенном возрасте. Может быть, мужчина не оценивал себя должным образом и говорит: ну, кто же за меня пойдет замуж? И поэтому важно, чтобы родители в любви создавали семью. Это первое. Второе. Видели ли дети и видят ли они ссоры родителей? Очень важно, чтобы выяснение отношений не происходило при детях. Дети должны спать, или родители должны находиться вне дома, где-то на прогулке, на улице, и тогда надо находить общее решение вопросов. И есть решение мужское, женское, а есть решение во благо детей, и это надо всегда помнить. Третье. Это есть ли воспитание в семье, или есть только уход? Уход – это когда детям дают еду, одежду и немного карманных денег. Четвертое. Дедушка и бабушка влияли ли на воспитание детей, причем регулярно? Если влияли, то как? Пятое. Есть ли верующие в семье, хотя бы один человек? Желательно, чтобы это были и мать, и отец. Шестое. Традиции своего народа, своей культуры или в этой семье есть разные родители из разных культур, а может быть даже религий. И это тоже преткновение. Об этом тоже надо знать. Следующее, это седьмое. Работа родителей. Финансовый достаток в семье. Чистый ли он? Или серый? Или вообще может быть криминальный? Это тоже очень важно. Восьмое. Взаимоотношения с родственниками. Проводят ли совместные мероприятия? Общаются ли между друг другом? Девятое. Работа детей и их обязанности по дому. Как рано они начали это? Как правильно ли они воспринимают это? Десятое. Совместный отдых, и не только в отпуске, но и на выходные дни. Как часто он бывает вместе? На природе? Вообще. И, наконец, одиннадцатое. Кто является лидером в семье? Отец или мать? Тот, кто больше зарабатывает денег, или у кого более железные нервы? Бог не случайно поставил отца во главе семьи. И Божья милость не бывает в тех семьях, где лидером становится женщина. 11 моментов, которые влияют на взаимоотношения детей и родителей, родителей и детей, причинно-следственная связь. Порассуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.